Bitte schneller! Raus! Vorwärts, vorwärts! Schneller, bewegt euch! Leutnant Orgapov! Ja. Подполковник Бегунов! Умер вчера. Майор Волошин! Ja. Красноармеец Дроздов! Ja. Оберстлейтенант Крапивин! Лежит, помирает. Лейтенант Марковский! Ja. Красноармеец Морозов! Ja. Оберстлейтенант Поляков! Умер вчера. Links! Um! Vorwärts jetzt, ihr Schweinehunde! Vorwärts! Schneller! Na los, macht schon! Aus der Reihe fallen! Bewegt euch! Macht schon, los! Schneller, schneller, bewegt euch! Die ganze! Mach in den hohen Bock! Bis drehe! Aus der Bühne! Häng die Füße, Mensch! Häng dich hier ein bisschen! Auf den Weg! Komm, mach lang! Ein lahmes Volk hier! Schnell, Mensch! Haltet das Maul! Haltet das Maul, Schweine! Schweine, Hunde! Vorwärts! Macht schon, los! Und zum ersten Posten antreten! Damit nicht vorwärts! Еще один день пришел. Не подохли. И на том спасибо. Бежать надо. Надо. Только хрен тут убежишь. Еще один такой день. И я в глотку фашистскую какую вгрызусь и сожру его с потрохами. Не успеешь. Пристрелят. Пристрелят. Все лучше, чем в аду.
Ну что, Степа, слюной заходишься? Да. Ищи богов у них на этот раз особенно удалось. Гады с ней, поди только кишки жука навозного. Харчи московские вспоминаешь? Дай, хлопец, будь ласка, да дай трохи, заради Христа. Записыч, ман! Какой строится, мать твою, к лешему? Дайте людям баланду дохлебать. Angetreten! Schneller! Schneller! Schweine! Arbeiten! Ты ж скотина! Скотина ты фашистская! Третий день людей голодом на работу гонишь, да? Товарищ полковник! Ах ты ж, гнида, гнида ты фашистская! Володя Трошин этой ночью умер! Скотина ты фашистская! Дорогая моя, горячо любимая, пишу коряво, обломком карандаша, ты уж меня прости. Вместо стола перевернутый вверх дном котелок, вместо стула сырая земля. Бомбежка и перестрелка немного затихли, хотя от немцев мы очень близко. Но нет у меня ни страха, ни беспокойства. Теперь есть только чувство, любовь к тебе, любовь к нашим детям, любовь к родине. Ну а дальше? Что Гоша дальше пишет, Ирочка? Ира. Можно я почитаю ваше письмо? Маренька. Горячо любим.
Варя, Варвара, белье свое забери. Антиповну! Баптась! Антиповна! О, принесли тебя черти. Будь ты трижды неладен. Ну, поди ж, поди ж. Ну, совсем глухая стала. Я-то глухая. Но таких, как ты, за три версты услыхаю. Чего явился-то? Чего, чего? Ты мне тут просто дыры, ты не прикидывайся. Кого приютила, а? Кто у тебя в доме живет, а? Ну, давай, выкладывай. Ты ересь-то не мели. Бабка-то не позорь. А я вот тебе сейчас скажу, что у тебя солдатка в доме живет. Баба молодая, немцами покалеченная. И ты мне зубы-то не заговаривай. Пойдем в дом. Огляжу все. А что там глядеть-то? Ты, Антиповна, никак на исходе дней на виселицу попасть захотела, а? Или пулю в живот получить? А ты знаешь, Васька, а ты меня прямо сейчас-то и стреляй. Стреляй. Забыл, как Мишка мой тебя в лесу-то спас, а? Стреляй. Ой, Мишка мой вернется с войны, он тебя живьем в могилу закопает. Стреляй! Забыл, как баба Тася тебя махонького-то нянькала, когда мать твоя, ой, святая душа, померла. Стреляй! Стреляй, гад! Стреляй! Ух ты! Предательская твоя морда! Волк в фашистской шкуре! Да угомонись ты! Баптась, или чего тебе тут вопрос-то задаю? Не хочу, чтобы ты на виселицу попала, а? А коль не хочешь, ступай отседа. И до дома моего боли не ходи. Ежели нас обоих на виселицу за дела твои дурные вздернут, на том свете соседями окажемся. Ну ты это, солдатку свою выпроваживай. Ну, коли поправилась, пущай с твоего дома и уходит. И еще. Ты мне корову свою за это отдай. Корову? Она же у меня еле уцелела, родимая. Она же у меня нынче единственная кормилица. Ступай. Забирай корову. Ну, пошла! Ты, гаденыш недобитый! Фу! Покушай, девонька, покушай. А ты опять сызнова, ой.
Угораздило меня, дуру-то, старую брагой тебя напоить. Ой, не делай это, ой. Чай не мужик ты. Я ж тебе пилюшечку, дабы полегчало. А вот ты никак не уймешься, а? Покушай. Так легче. Я скоро уйду. Ой. Да куда ж ты уйдешь, а? Ты ж не оклемалась еще. По частям тебя собирала. Ты покушай. А коли уйти от селя, тебе ж на то силы потребуются. А какие в тебе силы, а? Как у младенца. Кушай, кушай. Как звать-то тебя не припомнила? Вот беда так. Ой. Вот. Вот. Держи. В одежи твоей нашла да позабыла. Может, там про тебя чего написано? К этому времени всех, кто способен хоть как-то двигаться, переправляем в пункт эвакуации. Понял. Нам, видимо, товарищ капитан, еще раненых доставили. Каких к черту раненых? Им что, приказ неизвестен? Госпиталь расформирован. Операционные уже не действуют. Я ставил одну операционную в резерве. Приказал ее не трогать до 13:30. Вы сейчас мне хотите сказать, что вы встанете у операционного стола? Вы приказ своими глазами читали. Да вроде своими. Алексей Макарович! Троих раненых доставили. Одного прооперировали. Второй, только что, не приходя в сознание, скончался. Третий. Сейчас погрузка начнется, товарищ военврач. Третий девушка-разведчица, она уже в операционной. Пойдемте. Извините, товарищ. Алексей Макарович, в вашем распоряжении не более 30 минут. Герой Советского Союза, лейтенант Звонарева. 4 ордена, 2 из них красного знамени. Тяжелейший сепсис. Оскольчатый перелом. Инфекция пошла в тазобедренный сустав. Тамара, готовьте морфий. Высокая ампутация бедра. Есть. Я умру, товарищ военврач. Нет, вы обязательно будете жить. Ногу вашу жалко, но жизнь ваша дороже. Сделаем протез. Значит, будем жить с протезом. А как вас зовут, товарищ военврач? Алексей. Алёша. Алексей Макарович, ровно в 30 минут уложились. Вы засекали, Геннадий Иванович? А я всегда засекаю. На войне каждая минута дорогая. Это да. Я к вечеру вам хотел сказать, да вот никак не могу удержаться. К ордену Красной Звезды вас, товарищ военврач, представили. Вот как. А сейчас герой оперировал, девушку. 4 ордена носится. Надо же. А я вам чуть было не помешал. Стой!
подымусь на хлебушек. Після зим сил немає. Ты что там, Харитоша, бормочешь? Харитоша наш Богу душу отдал. У кого, братцы, силенки имеются? Отнести бы его надо. Засмердит ночью, бедолага. Степа. Степ, отнесем, товарищ. Вы, ребятки, хлебушка-то его меж собой поделите. Не успел Харитоша его съесть. Забери, дядя Федь. Сам съешь. А ведь немцы нас, знаешь, с какой целью голодом морят? С какой? Дай кусок хлеба, в парашу скорее скинут, чем советского война плянула оттуда. Тебе целях не ясно. Да, это понятно. Только я думаю, есть основная цель. Им нас в полумертвом состоянии держать нужно. В таком состоянии нас можно не охранять. Дальше километра от лагеря никто ноги не утащит. Силы у всех на исходе. Ты про всех не говори. Завтра же спеши. Нет, яму с трупами, понял.
приказы их выполнял. Чем гляжу на них, бушки им откручу, гранату в них кидаю, глаза вдавливаю, кишки им наружу. Степа, тихо. Бежать. Хорошо. Завтра, когда на работу пригонят, так поступим. Ты подойдешь к фрицам, скажешь, что тебе по нужде надо. Один из них с тобой отправится. Вот тогда, Степ, ты его. Angetreten! Seid ihr in der Ecke rum! Los, hoch mit euch! Das glaube ich aber nicht! Alles angetreten! Komm, mach schon. Weiter. Du hast aber alles schon mal schneller gesehen. Bewegt euch, ihr faulen Schweine. Leutnant Mironow, Rotarmist Volodin und Oberleutnant Achlopkov sind vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Wegen Diebstahl von Mehl während der Arbeit im Lager. Alle drei haben sich das Mehl in die Taschen geschüttet und aufs Lager getragen. Leutnant Mironow, Rotarmist Volodin. Обертнант Хлопков, военный суд поговорит смерть за кражу мука. Когда они сегодня работают на склад, они насыпают мука в карман и вносят мука со склада. Про Христа мать вашу, да что ж там у них муки в карманах было? Ruhe, Schweine! Hängt sie auf, die Schweinehunde! Все равно сдохнете, сволочи! Горите вы все в огне! Вот я один, вечерний тихий час. Я буду думать лишь о вас, о вас. Возьмусь за книгу, но прочту она. И вновь душа пьяна и сметена. Я брошусь на скрипучую кровать. Подушка жжет. Нет, мне не спать. Не спать. И вдруг сознание бросит мне в ответ, что вас покорней не было и нет, что ваше «да», ваш трепет у сосны, ваш поцелуй лишь бред весны и сны. Вы говорили,
пойдем. Что в этой палате есть танкист. Один есть. А давайте я отведу в другую палату, там много танкистов. Нет, не надо. А который из них? А вон лежит паренек. Я могу с ним поговорить. Ну, конечно, можно. Я буду ждать вас в ординаторской, Елена Макаровна. Все, спасибо. Меня зовут Алена. Я знаю. А меня Александр. Александр. Человек, которого я люблю, тоже танкист. Я очень его жду. Жду, когда он вернется. Мы сейчас в полевом госпитале. Горел в танке. Третье тело обожжено. И ранение в брюшную полость. Но самое главное, что он выжил. Вы тоже выжили. У вас есть девушка? Одноклассница. Ну, не то чтобы девушка. А в кино и в... На танцах ходили с ней до войны. Целовались пару раз. Она письма мне на фронт писала. Когда мне ноги ампутировали, я перестал ей писать, поэтому где и что со мной, ей неизвестно. Александр любит человека. А есть у него ноги или нет, это не важно. От нее? От нее. Спасибо, что поговорили со мной. Для меня это было очень важно. Вам спасибо. Ваш любимый человек обязательно вернется. Вы, главное, ждите его. Я очень буду ждать. Здравствуй, Алена. Ты здесь работаешь? Ну, как видишь. Как Егор? Хорошо. Растет. А с жильем что? Тоже хорошо. Я пойду, мне работать нужно. Погоди. Ты прости меня, если сможешь. Да не за что мне тебя прощать. Ты такая, другой уже не станешь. И такое тебя всегда любить буду. Не пойду, Аля. Варь, погоди. Ну, я же прекрасно все понимаю. Алена, я пойду. Мне работать нужно. Глядишь на меня, аж сердце рвется. Спасибо вам за все. Хорошо, что солдатики мимо нашей деревни проезжали. И хоть жалость тебя от сердца отрывать.
Но умом и старым понимаю, что домой тебе надо, голубенька. И лечиться тебе еще долго. Ну, с Богом. А то солдатики заждались. Господь тебе в помощь. И святая Матерь Божия в заступнице. Что ты? Перестань, что ты? Что ты, милая? Иди. Иди. Иди, дедонька. Иди. Сынок, послухай бабку. А? Немцы ее пытали, осквернили ее. Больная она. Ну, куда же ей с мужиками-то сзади машины прыгать? Ты ее махонькую передок-то посади. Понял, мать, понял. Боец Морозова, пойдемте, я вас в кабине посажу. Понял, нет? По буханке на душу выдают. Трехдней норма. Лос! Nicht einschlafen! В Германию, похоже, повезет. Erschießen wir alle im Zug. Если в вагоне будет обнаружена хоть одна дырка, которая кто-то сделал гвоздем, все в вагоне будут расстреляны. In 10er-Gruppen einführen, aufladen. Schneller! 10 человек, пошли быстро! Los, los, hoch mit euch! Alles schon mal schneller gesehen, los, vorwärts! Die ganze Weibestrehe.
что ж, граждане, вы что ж такое устроили? Вы что, мужики, ошалели совсем? Расстреляют нас всех! Пускай хоть кто-то уйдет. Давай еще по... Уйди! Уйди! А ну, боец, иди! Уйди, убью! Стоять! Кто помешает, убью! Открой, уйдете все! Дави меня! Давай! Пошел! Давай, пошел! Пошел! Давай! Пойдем. Ой. Прекращай дурью маяться, а? Иначе в угол на всю ночь поставлю. Боец. Папа, твой самолет. Здравствуй. Ну, здравствуйте, ребята. Здравствуй. Ох, у тебя самолет. Да, только он не в основном. Ты сам-то ел? А? Куда же сам? Сперва ел. Ребенка покормить надо. А? Ребенка? А? А ты кто у нас, взрослый, что ли? Я взрослый. Варь, ты что, не помнишь? Мне уже 8 лет. Да помню я все. Герман Петрович тоже еще не ужинал? Я думаю, он еще не ужинал. Потому что он еще домой не приходил. Как это не приходил? Так. Он 3 часа уже должен был как прийти. Варь, ты только не волнуйся. У них, может быть, с тобой чего случилось. Нет, этого не могло произойти. Это пароход. Не за старшего. Сидите здесь. Здравствуйте. Пропустите меня, пожалуйста. Мне нужно человека найти. Зачем же вы так кричите, гражданочек? Я не могу вас пустить без пропуска. Послушайте, мне нужен Арбузов Герман Петрович. Если вы мне его сейчас же не разыщете, я сама проберусь на завод. А теперь представьте, что вам за это будет. Так вам нужен профессор Арбузов? Да. Господи. Хороший человек. Душевный, внимательный. Всегда остановится поговорить. Как был? За час до конца смены сердце остановилось. Упал прямо у рабочего станка. Подождите, вам сейчас выйдет начальник цеха. Маковский! Будь ты не ладен! Еще как ладен! Маковский! Степа! Маковский! Степа! 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 Этого башка! Чертовой матери оторвется, когда спрягла! Кубарем летел! Ты говорил, ты говорил! Вышла! Вышла! Еще как вышла! Вышла, Степка! Вышла!
Знаешь, чья жизнь самая главная? Свобода. И любовь. А еще мир на земле. И все это мы, дураки, только сейчас поняли. Я ведь перед тем, как на фронт отбыть, училище военное окончил. Форму новую получил, надел ее и в зеркале все себя рассматривал. Думал, какой ты форме. Перед солдатами на фронте щеголять буду. О чем я тогда думал? Стоп, ты чем? Я от войны снимался. Руки по мне никогда не подал. Людей убивал. Грабил. Совесть мучает. Это главное.